Инна Молчанова. Герои сей часа. Услышьте же, братья и сестры, по тяжкому бремени. Герои лишь там, где зерно прорастет в борозде. Беда только в том, что нередко у нашего времени нет самого главного — видеть героев в себе. Героев на шахтах, героев полета в незнаемый заоблачный мир и глубинную пропасть веков, героев протестов под красным отеческим знаменем, героев в застенках своих, а не чуждых врагов, героев врачей и героев предшкольными досками, героев в пекарнях, героев на житных полях, героев орбит, открывающих азбуки космоса, героев на стройках, героев труда на станках. Не нужно твердить, что геройство — удел только воина. Ему, безусловно, но только война и любовь противны друг другу, как враг, убивающий родину, как дым, закоптивший пространство, поток голубой. Герои любви — это те, что нацелены стрелами на главный контакт в микросхемах агрессорных дыр. На этом пути нам предписано быть только первыми и силу талантов оттачивать только на мир.